программ развития корпоративного спорта в подведомственных организациях и на предприятиях, осуществляющих деятельность в курируемых отраслях на территории соответствующих муниципальных образований. Предусмотреть создание объектов спортивной инфраструктуры, в том числе плоскостных сооружений при благоустройстве населенных пунктов Красноярского края в рамках реализации государственных программ Красноярского края, содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды и содействие развитию местного самоуправления, также в рамках благоустройства программы «Комфортная городская среда». Обеспечить разработку и реализацию мероприятий, направленных на привлечение граждан к систематическим занятиям физической культуры и спортом по месту жительства, включая в том числе организационную и методическую поддержку деятельности физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. С целью совершенствования физкультурно-спортивной работы среди подростков в возрасте от 3 до 18 лет представить предложение по увеличению финансирования расходов муниципальных спортивных школ и спортивных школ Олимпийского резерва на организацию проведения спортивных мероприятий, участие в соревнованиях и тренировочных сборах, приобретение экипировки, спортивного оборудования и инвентаря. Перечень поручений от 26 декабря 35 ГП. Заключить или внести изменения в действующие соглашения по социально-экономическому развитию муниципальных образований с хозяйствующими субъектами, включением положения их участия в создании спортивной инфраструктуры. Предусмотреть в рамках соглашения между муниципальными образованиями и управляющими компаниями пункт о создании и эксплуатации спортивной инфраструктуры на придомовых территориях. Ну, это основные моменты, которые я хотел отразить. Есть у нас моменты, которые стоит проработать. 10 февраля, пользуясь случаем, приглашаю всех вас в качестве экспертов, слушателей по данной тематике на участие в спортивном форуме «От массовости к мастерству». Делегация из города Красноярска принимает участие, это Министерство спорта Красноярского края, по направлениям массовый спорт, корпоративный спорт, изменения в нормативно-правовой базе касаемо наименований и деятельности спортивных учреждений. Также у нас приедут специалисты со своими планами, перспективами на развитие спортивной инфраструктуры, тоже доложат. Также это дело градостроительства Нина Павловна Гаврилова доложит нашей деятельности. Александр Владимирович Генрих уже проводил совещание с управляющими компаниями, где вот эти поручения губернатора были озвучены.